привет! О каких модных явлениях ты сегодня расскажешь? Доброе утро! Сегодня я расскажу о социальных трендах в одежде, как они появляются, как они влияют на нашу жизнь. Подберем тебе несколько образов, чтобы показать на примере, как это работает. Пойдем? Пойдем. Держи. Давай обсудим твой образ. В нем сочетаются два социальных тренда. Первый тренд – это здоровый образ жизни, который отражается в худи, в спортивной обуви и в поясной сумке в спортивной стилистике. Плюс второй тренд – это многогранность личности. В данном случае мы видим, как легко сейчас сочетается элегантное платье, кстати, это платье, со спортивной стилистикой. Еще то, что 70 лет назад было неприемлемо в образе сочетать совершенно разные стили, сейчас становится неотъемлемой частью современного городского жителя, который реализуется во всех сферах жизни. В этом образе также представлено активно два социальных тренда. Первый ярко выраженный тренд – это достигаторство, успех. Поэтому мы видим девушку в таком классическом костюме нейтрального синего цвета. Для того, чтобы показать ее динамичность и отношение к здоровому образу жизни, проявляется это во втором социальном тренде, связанном со здоровьем. Это кроссовки, это футболка и рюкзак. Для того, чтобы сделать образ более элегантным, мы можем заменить рюкзак на более сдержанную и изысканную сумочку. Твой образ готов? Это образ ярко выраженный bad boys, плохой парень. Он в той или иной степени часто содержится в современных образах. Он может выражен быть в коже, в высокой контрастности одежды, всегда содержит силу, власть, динамику. Именно в том случае, когда необходимо создать мощный, говорящий, громкий образ, это как раз то, что нужно. В России отслеживается порядка 15 социальных трендов. С подиумов они спускаются в социум и становятся тенденциями. Выбирайте те, которые подходят именно вам. Применяйте их в своей жизни и получайте удовольствие каждый день от своих образов.